Отчет ведется с момента выхода в свет первого номера газеты «Кубанские войсковые ведомости» в 1863 году. Главных редакторов и руководителей ведущих региональных СМИ поздравил исполняющий обязанности губернатора Вениамин Кондратьев. После официальной части разговор зашел о взаимодействии средств массовой информации и органов власти. Одна из самых волнующих тем, как среди печатных интернет-изданий, так и телевизионщиков, открытость пресс-служб органов власти и оперативность получения информации. Я получил гарантии, что власть станет еще более открытой для средств массовой информации, и нам будет проще получать комментарии по каким-то вопросам, проще связываться с представителями власти. Поэтому здесь у меня полный оптимизм. Наши взаимоотношения станут более открытыми, исчезнут лишние какие-то такие механизмы, которые мешали нашему оперативному взаимодействию, и лишние барьеры, они все будут сняты. Было интересно глаза в глаза губернатору посмотреть, послушать, что именно говорит он с нами. И диалог сегодня состоялся. И самое главное, что мы договорились, он будет с журналистами кубанскими, с федеральными СМИ встречаться регулярно. То, чего, может быть, нам не хватало. В качестве руководителя региона для Вениамина Кондратьева это была первая встреча с руководителями краевых СМИ. Сам исполняющий обязанности губернатора сказал, что к подобному формату общения готов. Главное, чтобы диалог был конструктивным.